Всем привет! Вы на канале Компьютерная технология. Сегодня у меня в обзоре будет ноутбук от фирмы Asus, построен на платформе AMD с процессором на борту AMD 10-4600M. Имеет частоту 2300 МГц, 4 ядра, при этом имеет Turbo Boost, разгон до 3200, скорее всего, что только для одного ядра. Также, кроме этого, он работает в паре с графикой 7470, которая имеет отдельно свою память. В данном процессоре AMD 10-4600M есть встроенная графика, моделька HD7660G. Умеет работать вместе с графикой 7470 в режиме Dual Graphic, конечно, не всеми приложениями, но большинство этих приложений работает с этой графикой. Кроме того, он имеет 4 гигабайта DDR3 памяти, терабайт винчестер, возможность памяти добавить, то есть стоит одна планка 4 гигабайта, дальше это все в принципе посмотрим. Так, итак, у нас ноутбук Asus, модель K55D, маркировка Asus у него там такая интересная. Дата производства данного ноутбука 2012 год, 6 месяц. Есть еще маркировочки K55DR-SX119D. Также есть версия материнской платы K55DR-ID2.1A. То есть здесь, в принципе, гарантия 12 месяцев. Батареечка в данном ноутбуке работает еще до сих пор. Интересная особенность данного ноутбука, что динамики звука, они выходят звук снизу. То есть вот есть решеточки в нижней части под батареей. И здесь отсюда идет звук. Как-то необычно. Обычно этот звук идет с верхней панели. Здесь Asus сделала такую вот примочку. Так, батареечку посмотрим, что там у нас. Батареечка снимается просто за щелочкой сюда вправо, влево, потянули вверх и работает. Так, модель батареечки у нас A32-K55, то есть такая универсальная батарейка под модель K55, то есть были разные разновидности, разные комплектации. В данном случае у нас A10 был, A8, также отдельно без графики, с графикой. Если вдруг и есть такой нюанс на ноутбуке, на сегодняшний день это уже пришло, в принципе, уже 7 лет. За 7 лет это, ну, как бы еще нормальный такой игровой, можно сказать, начального уровня игровой ноутбук. Универсальный, грубо говоря. Из-за того, что у нас используется двойная графика, неплохой нагрев в системе. При этом, короче, ноутбук, можно сказать, слегка печка. Потому что за счет того, что у нас процессор 35 Вт плюс видеокарта, такая себе не очень оптимизация от фирмы AMD. В драйверах драйвера старенькие, еще идет 15.7.1, такой каталист основной. Ну, это так, отошел от времени. Батареечка еще вроде бы как жива, ну, показывает, что она типа не заряжается, ну, вроде что-то держит. По вольтажу плюс 10.8 вольт, 4700 мАч, 50 Вт/ч. Вот такая батарейка, вроде такая небольшая, ничего при этом. Ноутбук собран, сразу говорю, хорошо, хороший пластик, довольно-таки качественно, нету ни зазоринок, ни задеринок, то есть все красиво. Пробрейдить минимальный, что вы можете сделать, апгрейд, это у нас откручиваем два винта в данном ноутбучке. Так, разбирать, чистить я не буду, мне уже его скоро давать нужно. Здесь у нас крышечка, можно немного эту всю пыль протереть. Здесь что у нас? Вот доступ к винчестеру, доступ к Wi-Fi модулю. Почему-то только 3G работает, ну, имею в виду, что 5G Wi-Fi не работает, сеть не ловит. Доступ до планки памяти, здесь у нас 4 гигабайта стоит, 1600 одной планочкой. Желательно на сегодняшний день добавить еще одну четверочку, это даст нам производительность системы, плюс даст нам производительность к
видеоядру, то есть встроена графика, которая использует память оперативную в i10 процессоре. Она берет с биоса всего лишь, то есть с памяти оперативной 512 мегабайт. То есть за счет того, что мы добавим планочку, там, я думаю, должна память увеличиться. Хотя в настройках биоса этой штуки нет. Ну, здесь что? У нас вот картридер и все, в принципе. Винты, которые раскрутить корпус. По кругу это все дело можно раскрутить, почистить, поменять термопасту. И там того-то плана. Короче, ничего такого, в принципе, сложного нету. Снимается и разбирается он нетрудно. Сейчас это все дело разбирать не будем. Сейчас мы просто... Это все я вам показал. То есть никаких там сложных проблем разбора, я думаю, не будет ни у вас. Так, напомню, что динамик у нас снизу, в нижней части. Здесь у нас решеточка вентиляционная. Затем у нас идет еще одна решеточка, которая забирает воздух. Можно сказать, единственная, грубо говоря. Возможно, с динамика здесь тоже идет забор воздуха. Плюс отсюда идет, то есть как бы так бы вроде система не забитая, еще хорошо дует и таким приличным кипяточком, то есть греется прилично. Так, в правой части у нас что? У нас разъем под наушники, затем под микрофон, затем USB 2.0, после него DVD привод, подключение зарядочки. Зарядочки у меня сейчас нету, мне не дали, я использую универсальную зарядку, думаю, 19 вольт, 90 ватт. Сейчас скажу вам точно, где-то зарядочка, да, есть, 90-ваттная мощность у нас. Моделька EXA0904YH, входящий 100 на 240 вольт, 50-60 герц, выходящий плюс 19 вольт, плюс внутри 4,74 ампера, ну, стандартно, как для обычных 90-ваттных зарядочек. Так, в задней части у нас ничего нет, просто крепление, батарея. С левой стороны у нас замочек проводчиковой гоночки у нас Kingston, вентиляционная решетка, VGA выход, HDMI выход, Ethernet за щелочкой такой вниз, затем еще плюс 2 USB 3.0 выход. Как бы не совсем устаревший ноутбук, и у нас есть USB 3.0. Как бы можно сказать, довольно-таки на сегодняшний день неплохая комплектации для начала. Посмотрим, что внутри у нас. Матрица у нас HD-шная идет. По матрице, что у нас глянец. Совсем глянец. Вот. Просто все видно. Индикация работы веб-камеры. Веб-камера у нас HD. Затем микрофончик в верхней части. Резиночка 4 внизу. 2 вверху и 2 по бокам. Глянцевая матрица 1366 на 768 точек. Стандартные 15-дюймовая матрица, внизу у нас логотип Asus, затем кнопка включения, динамики Altec, Lansing, хороший звук, довольно-таки качественный звук, звук у нас идет снизу. Кнопка включения, затем стандартная клавиатура, как для того времени 12 года ноутбуков. Кстати, будет в обзоре у меня игровой ноутбук Asus, там похожая клавиатура, вроде как похожий, ну, стиль похожий, примерно тех же годов. В верхней части через FN у нас включение всяких функций. Здесь F1 у нас Sony, F2 у нас через FN Wi-Fi, затем меньше яркости экрана, больше яркости, включение экрана, затем переключение на внешний монитор, выключение тачпада, выключение звука, меньше звука, больше звука, в принципе, в верхней части фэнки все так же. Также есть дополнительные функции, утилиты Asus, это у нас здесь включение вот камеры, режим скоростной какой-то режим, затем ниже хрестиком мы можем выбирать включение в следующий трек, play пауза, калькуляторная клавиатура, она такая, все сливается в одно, такая себе клавиатура, мне, не знаю, не очень нравится такой стиль клавиатуры Asus, я уже в принципе про это говорил, ну, как бы как кому, одним нравится, одним нет.
проблематично снимать эти клавиши и заменять, если вдруг они вылетают. Так, снизу у нас наклеечки еще сохранились A10 Vision AMD, Radeon Dual Graphics HD7660G плюс 7470M. Выходит, если реально 7470M, это такая офисная графика, переназванная, грубо говоря, от предыдущих график, там, 5-й серии, 6-й серии. Затем вышла вот эта 7660G. В принципе, если использовать две планки памяти оперативные, может дать больше производительности. Также у нас тут, здесь у нас была тоже большая наклейка с информацией, ее нет уже. Большой тачпад, без отдельных клавиш, но оно такое, нажимаешь общим, грубо говоря, снизу оно так, здесь линия такая есть, преграда на тачпаде, то есть правый-левый, как бы можно нащупать, работает. Затем у нас есть внизу индикация, каждый. Индикация включения ноутбука, затем у нас индикация заряда батареи, либо предупреждает, что пора заменить батарею, индикация работы винчестера, индикация Wi-Fi, индикация у нас NumLock, это у нас, то есть, включение калькуляторной клавиатуры, индикация Caps Lock. Все, в принципе, с этих цих. Ну, картридер спереди, снизу я уже, в принципе, рассказал. Сейчас я включу данный ноутбук. Перейду в первую очередь BIOS. BIOS у нас уже новый, то есть UEFI нормальный, ну как бы нормальный Aptio Stop Utilita 2011 года American Manage. 2011 года BIOS у нас. Здесь мы можем видеть 10 460M APU процессор. То есть имеет встроенное графическое ядро, который, в принципе, графика встроена даже быстрее, чем на то время Intel была медленнейшая графика. И за счет того выходит, что процессоры AMD в процессорной части они отставали, а вот в графической части, в встроенной графике, они выигрывали. Конечно, не намного, но в принципе это давало какой-то запас и экономия средств, вложенных в ноутбук. 4 гигабайта памяти, я уже сказал. Винчестер у нас на серийный номер. На терабайт у нас. Здесь у нас функции включения этого анимации логотипа ASUS, затем звука. Так понимаю, тачпад, да. Включение совместимости USB. Затем выбор у нас ACHI или DE. У нас здесь Seagate терабайт винчестера, затем LG DVD RAM. DVD-RV привод. Здесь мы можем включить либо грузить его в новом BIOS UEFI, что я и переделал, в принципе, при настройке данного ноутбука, либо отключить это тело и грузить в старом формате. То есть, если вы форматируете таблицу файловой системы GBT, то вам нужно будет UEFI загрузку выбирать. Если вы MBR выбираете, формат старый, вам нужно в Legacy BIOS включать, типа режим. Здесь эта функция вот включается и включается. И, в принципе, автоматически выбирается загрузка уже Boot Manager Windows, либо привод. Также можно приоритеты выставить, SATA SD. Если мы подключим сюда флешку, здесь появится также флешка. Затем настройки security, понятно, здесь пароли установки на Winchester и общий пароль на BIOS. Затем у нас сохранение, это все дело, сделать по умолчанию. Загрузка RFI Shell 64, типа такого плана. Вот я особо, если не использует ноутбук еще не до загрузки драйверов, то в принципе у нас идет приличный нагрев в данной системе. Также, если вы хотите выбрать, с какой флешки грузить, вам просто, если некоторых нужно выбирать определенную клавишу в ноутбуках, здесь у вас нужно нажимать пару раз Escape, при загрузке у вас будет меню вылезет, грубо появится, чтобы выбрать, с какой флешки грузить. Типа такой вариант, либо выбираете вариант с BIOS. Ну, проще так выбрать, то есть вы можете выбрать пару параметров загрузки, той же UEFI,
либо там вариант еще загрузки MBR, то есть Legacy BIOS. То есть у нас уже вентилятор практически на максимум крутится, драйвер графики еще не задействован. Вот в чем минус такой системы, что пока не настроен драйвер. Драйвер что нам дает? Во-первых, дает экономия аккумулятора ноутбука. Во-вторых, у нас идет регулировка самих частот видеоадаптера. То есть, когда у нас драйвер заработает, у нас частота на рабочем столе каждого графического ядра упадет на минимальный, либо режим, который отвечает за рабочий стол, и при этом нагрев видеоядра уменьшится, и вентилятор станет работать тише. Вот сейчас оно загружается уже немного тише, начинает делать. Немножко у нас долгая загрузка из-за того, что система только была настроена. Во-первых, есть там проблемка с винчестером. Есть несколько секторов, которых, ну, несколько, где-то 8 или 9, которых я полечил и старался их взять. Отрезал эти сектора от системы, то есть сделал диск определенного объема, диск C и определенного объема диск D, а между ними сделал вот такой промежуток, который не будет отвечать за эти сектора. При этом еще продлить жизнь другого равенчестера. Хотя на данный момент лучше все-таки уже на такой ноутбук поставить SSD, так как по-любому уже в данном ноутбуке уже используется SATA 3. То есть мы можем свободно сюда установить SATA диск, и при этом будет нормально все работать. Вот и немного большая загрузка, бо я делал в принципе оптимизацию диска. Как бы можно сказать, есть такая функция дефрагментации диска, есть такое дело оптимизации диска. Оптимизация диска заключается в чем? Если, например, это у нас есть в Windows загрузочные сектора, есть программные сектора. Для того, чтобы загрузить систему быстрее, во-первых, нужно эти загрузочные сектора поместить в начале диска, вот так вот в начале диска у нас самая быстрая скорость винчестера. Если у нас был бы SSD, это бы, в принципе, разницы большой не играло, так как там совсем другой доступ. Если здесь у нас работает механика, то там работает электроника. Электроника, которая будет быстрее работать, однозначно за механику. Когда у нас диск дефрагментирован, это означает, у нас диск, каждый файлик разбросан по всему диску. Например, вы хотите запустить какой-то определенный документ, а в документе документ, часть документа находится в начале диска, часть находится в конце диска. Для того, чтобы его запустить, на компьютере нужно время. То есть винчестеру даже можно сказать время. То есть ему надо считать сначала часть документа в начале диска, а часть документов в конце диска. И при этом их соединить и загрузить в память, и для того, чтобы документ открылся. Для этого делается дефрагментация либо оптимизация. Оптимизация я уже, в принципе, рассказал, а дефрагментация вот такого плана работает, когда мы эти все файлики в начале диска и в конце диска соединяем в определенную часть диска, и при этом скорость загрузки некоторых файлов увеличится. В десятке есть встроенный дефрагментатор, который, в принципе, работает в начале загрузки. То есть, если система уже знает, что когда у нас диск тормозит, то нужно типа загружать нам, то есть нужно запускать дефрагментацию. Он дефрагментирует определенные диски, то есть определенные файлы при загрузке системы, и через это некоторые системы загружаются намного дольше. Вот так немножко я отошел от темы про ноутбук и рассказал вам про работу самой файловой системы, можно сказать. Так, по ноутбучку. Здесь у нас вот пишет, что 2,5 часа, практически 3. Ну, кроме того, что ноутбук проработал некоторое время. Сейчас я это попробую у нас запущу, посмотрю, что там у нас AIDA показывает. Звук тут такой довольно-таки неплохой. Я точно не смотрел, какая там батареечка на сегодняшний день. Ну, сейчас у нас драйвер заработал, система работает тихонько, то есть у нас частоты видеоядер скинуты на минимальные. Простой у нас 50, 54, 52. Это, в принципе, нормальная температура для AMD-шной платформы.
Intel тоже, конечно, старых такая же температура, новых более меньше, но за счет того, что у них используется более современный техпроцесс, хотя AMD уже тоже на Ryzen сделали более-менее нормальные ноутбуки, которые используют меньше ресурсов компьютера, но работает намного производительнее своих предшественников. Так, по электропитанию у нас 16% всего износ батареи. Довольно-таки неплохая батарейка. Возможно, она менялась, либо хозяины ноутбука правильно использовали батарею. Ну да, это в принципе хорошо, что 16%. Либо этот ноутбук долго лежал, его решили купить уже по распродаже. То есть, скорее всего, что он был куплен не в 2012 году, а куплен уже позже. Так, у нас AMD 10-4600M Trinity, который уже имеет кучу технологий. SE4.1, 4.2, SE4A, потом есть шифрации, FMA, FM4, ну, типа, ну, такого плана, типа, как FM2, грубо говоря, платформа, то есть ядро. Trinity уже более такое современное по сравнению с тем, что было в другой. Здесь, конечно, минусом данного процессора есть то, что мы не имеем третьего кэша, а имеем всего лишь второй кэш 2 мегабайта. Ну, сейчас я посмотрю, как оно покажет на диспетчере задач. Производительность. 2 мегабайта всего лишь на одно ядро. То есть на 4 ядра мы имеем 8 мегабайт. Третьего кэша у нас нет из-за того, что мы используем встроенную графику. То есть большая часть ресурсов отдана не на третий кэш, а на встроенную графику, которая в принципе неплохо себя покажет, когда мы будем использовать дополнительную память. То есть не одноканальный режим, а двухканальный режим. Максимальная температура процессора 100 градусов. Ну, до такой температуры вентилятор не даст его разогнать. Здесь, кстати, сразу показывали скорость вентилятора графического процесса. Как будто у нас два вентилятора, но здесь нас установили один вентилятор. Здесь, скорее всего, используются две трубки. По-любому две трубки, из-за того, что одна трубка, скорее всего, охлаждает процессор, а вторая трубка охлаждает отдельную графику. По памяти у нас, так, вот сейчас помню, 64 бита, то, что я говорил. Память у нас Unix 1600, чипсет поддерживает 1600, 32 нанометра, кстати, у нас процессор, и 32 нанометра у нас сам южный мостик, северный мостик, то есть южный у нас не указан какой. У нас Realtek LC269 кодек, AMD A68M, FM2, FM2+, платформа. Такого плана может использовать этот чипсет, и в таком. У меня был на канале обзор FM2 плюс системы. Это в принципе та же система, только немного не R7 графика, а здесь еще используется 7. Там была уже 8 версия графики, иногда проскакивала. Ну, здесь такая вот серединка, довольно такая неплохая. Так, по отображению сейчас мы возьмем графическую систему. Так, 7660 Trinity идет, а на PCI Express это то 7660 настроено в процессоре, поддерживает у нас только 11 DirectX. Ну, 11 поддерживает, но там вроде бы как неофициально 12. Сейчас я попробую загрузить. Тут есть такая вот элитка QZ. Она в принципе покажет, насколько именно это все дело у нас будет. Сейчас я такой, не знаю, может, не видно, там это все было дело. Так, 74 поддержка только 11 директа, 7660 же поддержка тоже 11 DirectX. Вот такие вот характеристики. 7660 у нас пока что используется, ну тут пишется 128 бит, ну я поспорил, здесь скорее всего использовать будет 64 бита,
2,7 пиксельное заполнение, 16,1 пиксельное заполнение. Это встроенные графики. В отдельной графике у нас будет, ну, кстати, там 384 шейдера используется. То есть в встроенной графике больше шейдеров используется, чем в 74-й серии. Там 160 у нас, 0,4 на 0,8. Ну, это простое, скорее всего. Сейчас оно работает с скинутыми частотами, через то драйвер заработал, и вот такие результаты показывает. Когда мы систему нагрузим, кстати, да, мы можем и также нагрузить систему, то он покажет совсем другие результаты. По тестам танков сейчас используется одноканальный режим памяти. На минимальных настройках, в принципе, неплохой результат показывает, можно играться. Если установим дополнительную планочку на 8 гигабайт, ну, то есть 4 гигабайта, то я думаю, на средних настройках можно вполне играть на данном ноутбуке. То есть если задействуется еще и двойная графика, то я думаю, результат будет получше. Так, у нас зараз 7660. Можно здесь, кстати, использовать сразу двойную графику, мне показ режим Crossfire или Slide. Ну, сейчас используется, кстати, да, я же не подключил блоку питания. С того, что у нас блок питания не подключен, у нас совсем другой результат может показывать. По тесту можно сделать. Так, у нас сейчас мы включим. Все, яркость даже выросла. Яркость, кстати, на хорошем уровне в данном ноутбуке. Вот совсем другие результаты будут. Сервис, тест GPU посмотрим. Все, можно выбирать для каждого графического ядра тест. Вот возьмем, например, один графику 7660. Ну, в принципе, оно уже показывает, там у нас простое сейчас 2,7-8000 пикселей. Возьмем и стартанем 5,5 на 16. Ну, то, что и показывало, в принципе. Ну, пока оно работает, то ничего не сделаешь. Оно нужно, чтобы тест это все пробежало. Отменить его, чтобы не отменяется. Ну, что можно сказать? Такой результат, это как бы средний результат, но для ноутбука это вроде бы как неплохой результат по тестированию. По скорости работы памяти сейчас я возьму. Заметим, что у нас скорость процессора 2,9, 2,9315, то есть у нас есть турбо режим, который работает более-менее нормально. Пустим тест кэша памяти и посмотрим, что он расскажет. Работает это все дело на 1600, 11415. Ну, такое себе. Ну, это как бы неплохо, как бы для одноканального чтения у нас идет. Всем для записи, понятно, меньше будет. Копировать, я думаю, больше должно. Все, такое название самого ноутбука, чипсета, в принципе, модель материнки. Все так же, как и написано на самой внизу. На самом корпусе, в принципе, неплохо результат показывает. 9000 немного лучше запись, чем, то есть копирование в памяти лучше. Ну, что можно сказать, для игр этот ноутбук подойдет. В интернете также подойдет. Единственное, что его нужно периодически чистить и заменять термопасту, так как идет сильный нагрев системы графики, процессорной части, и нужно при этом довольно-таки периодически чистить ее, профилактику делать. Для CPU Queen тест делаем. Для 4-ядерного процессора, я думаю, это будет 13000. Такой себе результат. Результат хорошего двухъядерного процессора современного. Ну, обычного, что хотеть. Ну, вот такой сокет у нас FS1R2/TNA. Платформа типа степень TNA.1.
Так, результаты теста, в принципе, я в общем сделаю и постараюсь выложить под видео. По цветам экрана, ну, у Asus всегда был нормальный матрица использовать. Также, в принципе, и Lenovo неплохо использовать. Единственное, там было такое, что Samsung своими ноутбуками иногда такое что-то вытворял, какое-то непонятное. Так, матрица, чмей используется у нас. Так, тест диагностика монитора. Возьмем тест. Цвета хорошие, пикселей нету битых. На глянце, конечно, видно днем себя, зеркало. Ну, это так, такое. Так, затем что? Запустим какой-то YouTube ролик. Идем на мой канал. Всем привет. Вот, есть у меня дефио. How many emails, documents, and text messages have you already sent today? Grammarly helps мой. Всем привет. Сокет. Вы снова на канале Компьютерная технология. Сегодня у меня в обзоре будет платформа на... Так, пока 1009. Давно хотел снять этот сокет. Была у меня плата TMCI 939 и чипсет Express 200. Тут что AMD выпустила специально под свою платформу. Кто не знает раньше, в основном... Так, кстати, нам нужно поставить драйвер на клавиатуру, фильтр. Выпускали другие производители. По звуку отлично вообще. Такие как SIS, NVIDIA, VIA. Так, нормально возьму. Нормальный 4К обзор. Так, друг мне там говорил, что есть хороший 4К-шный обзорчик. Барабанчиками. Я вот так. Много 4К-шных уже есть. О, барабанчики. Презентация. Допустим, попробуем 4К. На Маке это все дело играется. Здесь тоже крутит. Понятно, немного там Wi-Fi это все подгружает. Так, не будем мучить подгрузку. Потому что у нас... Давайте сделаем лазы, чтобы оно быстрее крутилось это все. Ну, неплохо тянет. Крутится хорошо. О, поэтому сейчас все, вроде он тут уже у нас. Так, Коря. Скриншотом сейчас я включу, посмотрю, что у нас тут. Так, это старый скриншотик. Вот у нас на стандартной графике результат такой себе, короче, 2500, низкий результат из-за того, что у нас не хочет работать двойная графика в этом тесте. Не знаю почему, возможно, нет такого режима поддержки. Там можно подключить принудительно в настройках драйвера. Здесь, кстати, можно настроить одну такую фишку, параметр dual graphic, показывает значок. Когда будет включена dual graphic, она здесь в верхнем правом углу будет показывать типа включен crossfire технология. На стандартных настройках, то есть на минимальных настройках, при таких параметрах 17182 балла высокий рейтинг, в принципе, танки тянет. То есть без вопросов можете смотреть танки. Так, в принципе, неплохая такая начального уровня игровая машина. Единственное, нужно следить за этой машиной, и в принципе будет вам неплохой ноутбук.
добавить оперативной памяти, сразу говорю, ставьте в такую систему две планки оперативной памяти, 4, если то 2 по 2, и если у вас уже 4 стоит, то ставьте сразу еще 1600-4-гиговую планочку, в лучшем случае еще HDD замените на SSD, и будет вам вообще сказка. Все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, это у нас был обзор ноутбука от фирмы Asus K55D на платформе AMD процессором A10 4.